Все, погнали дальше. Вот это месте что-то есть. Короче, вы в каком-то враждебном лагере еще. Надо всех тихо подзагасить здесь. Так, сзади никого нет. О, вообще. А у нас все есть. Тарстейна, Тума, проникнуть в эту крепость тяжело, но те, кто находится внутри, все равно в постоянной опасности. Они торчат острые пики, они нельзя даже атаки пасать, не боясь, что случайно здесь учится член. Товарищи, надо будет добить. Хабар забрать. Не убежишь! Сейчас погоди, братан. О, ни хрена. Ух!
стрелять я! Только швырнуть оружие уже хотел. Пиздец. Мне туда надо. Этот тип, видать, кого-то убил из травы. Первый вечно в Вальгале, бой. Глазами, Сёнин. Хрен разберёшь, что ли, где? Пиздец какой-то. Это лук мне тут не нравится. Так тяжко с ним. Кто у нас там? Иберийский. Херня мешает против.
Как, блядь, туда попасть? Охуеть. Завалено все. Что это у нас тут? Что это у нас тут? Нихуя. О. Заперли с той стороны. Я очень рад, блядь, за них. Thank you.
Блять. Просто пиздец. Кто это придумал, сука? Как я теперь там, блядь, буду доставать эту хуйню? Все, охуеть просто. Что видишь, Сюнин? Заколочено. И как туда попасть? Наручи. Здесь что-то есть. Да, блядь, спрыгни ты. А там пиздец, обзора нет. Несчастные двери открыть.
Опять кто-то загасил. Из этой травы. Чтобы подтверждать их смерть постоянно надо. Провизии мало, грибов набрать. Я отомстил за тебя, друг мой. Так, и как же все-таки прострелить ту ебучую дверь? Так, вот дверь, допустим. Откуда-то же туда можно попасть. Да сука. Блять. Это идиот лазит какой-то, блять. Сука, это пиздец. Короче, вот отсюда. Где вот отсюда? Значит, вот с этой сверхушки. Тоже нихуя, как? Покажи мне. Чтоб тебя, блять. Вообще не вкуриваю, как это сделать? Так. Вот вроде бы видно эту херню, да? Красится она в красный, блядь. Тут не открыть, только с той стороны. Как, блядь, с той стороны, если никак?
тупым можно быть? Это ж какие-то, блядь, доски мне мешали. Ну и что, и как теперь, блядь? Ну-ка. Где ты? Ну давай, тварь. Наконец-то. Фух, понабутили. Кстати говоря, торговый пост у нас, наверное, сундук заполнился. Так, последний параш остался. Что у нас на сундуке? Еще немножко добирается, нормально. Поехали, прокатимся. Он же говорит восстановить торговый пост. А какой? Вот этот. Короче, вот эту херню еще забираем. Это понятно, здесь 5 артефактов надо собрать, но у нас их нету еще. Потом заберем барахло, потом подаем торговый пост. Ну! Какой-то этот алтарь или что? Начнем испытание. Туман сбивает с толку.
Ориган. Вот тут точка интересная, маленькая. Быстренько заглянем. Оп. Старейшая сестра Дева Меты. Я пишу о том, что слышала, но чего не видела. Мориган единая в трех, где каждая дева, сестра другой, явилась в Миде и обратилась к одному юноше. Вот ее слова. «Счастливец, я избрала тебя. Приди, вдохни мой туман. Узри моих детей, все они друиды. Вселись и наслаждайся, мальчик мой». И юноша шагнул в туман и сперва лишился понимания, где он, а затем рассудка и жизни. За сокровищем пришел. Чего вы сразу начинаете? Что это? Быстро перемещение. Что это? Опал. Тут опять кто-то, блядь, это, кого-то подзагасили. Зима, это не очень.
Блять, слазить уже быстрее. Распрыгивай ты, ебаный дебил. Только увидят. Кто там что увидит? Он, блядь, сдохший лежит. Давай, кого там? Найдите, убейте преступника, а где они? Сюнин, укажи путь. Пиздец. Так, что у нас там? Короче, забрать барахло. Тут вроде бы все. Блять, спрыгивай, что ты делаешь? Придурок. Дайте я барахло свое заберу. Давай поторгуем. А, вот и мой любезный друг. Что у тебя там? Барахло прибавилось, у меня вон одежды 200. Многие земли хотят наших товаров. Так, одежда. Забираем. Дальше что? 30 писаний нужно. Отлично. Яство у меня есть. Ну дальше уже херово. Уже херово.
тремя не получается. Текстов не хватает, блядь. Понятно. На этом пока за... Валим. До встречи. Так, пускай барахло это копится. А мы пока что... Так, здесь все зашибись. Улучшено. Здесь месть хотят. Так, тут надо построить, чтобы одежда была. Потом еще пост открыть. Викингов. А, служит убежищем безземельным воинам, которые готовы защищать посты и торговые пути. После постройки будут предоставлены дополнительные награды за выполнение королевских поручений. Так себе палатка. Возвращаясь так, жилище есть, увеличено производство товаров. Давай построим еще. Так, потом пойдем открывать пост, я так думаю. И пойдем, наверное, в следующую территорию искать. Я вот думаю, или в принципе вот с этой левой территории начнем, точнее продолжим. А потом уж самая верхушка. Осмотрись вокруг. Покажи мне все. Умрешь быстро.
Расправь крылья, Сёнин. Короче, пошел ты в жопу. А, стик тебе, блядь. Заебал. Нихуя непонятно, кого убить надо, блядь. Пошли сюда лучше, блядь. Там на том посту еще не хватает 50 материалов. Еще новый пост появится. Посту была небольшая библиотека книг и рукописей, но сейчас тут слишком сыро и гуляют сквозняки. Хранить в таких условиях священные тексты нельзя. Нужно заменить доски на сухие и как следует законопать все щели, чтобы труды наших монахов не пропали зря. Что по-любому не по карману будет. Значит, в минуту одну книгу делаю. Если дом для работников, то будет две делать. Во. Короче, надо вот это барахло грабить по-любому. Идти сначала до торгового поста. Написано было недоступно. Дал мне сил.
Забрызганная кровью записка. Во мне еще плескался эль, украденный из Ахалуаня, когда двое негодяев упали под моим натиском. Остальные побежали прочь, крича «Остров!». У меня нет сил продолжать. Я вообще тут барахло собираю. Хорошо. Так, где там еще есть? Чуть ли хрена нету больше. Так. Рука дублена. Это пошел он в жопу. Да будет эль, вот это. Это, наверное, яство. Это, конечно, замечательно. Но вначале пойти ограбить вот эту херню, потом взять птичку. Никто не гарантирует. Пиздец. Еще и рыбу сегодня найти. О. Зато вон там кто-то барахло есть.
Там монастырь! Давайте, ребятки, бля. Одину души! Помоги мне, скорей! Сейчас баракан уберем.